300 юношей из разных уголков Казахстана прибыли в Актобе для осуществления детской мечты стать летчиками. Они сдают экзамены для поступления в Военный институт сил воздушной обороны. Представители приемной комиссии говорят, что останутся самые выносливые. В этом году на одно место претендуют сразу 4 абитуриента. Айсулу Махмутова встретилась с будущими покорителями неба. За 2 недели, проведенные в стенах одного из старейших отечественных вузов, эти ребята стали одной семьей. О небе, говорят, мечтали с детства, не только на словах. Большая половина абитуриентов – выпускники специализированных школ с отличной физической подготовкой и устойчивой психикой. Я решил поступить в Военный институт сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова. Моя мечта – стать летчиком, а цель – поступить. Защита Республики Казахстан – это священный долг каждого гражданина. Из 300 человек, прибывших в Актобе для поступления, около 20 не прошли психологический тест. Еще 40 отсеялись по состоянию здоровья. Подвело зрение, сердце, обнаружены различные хронические заболевания. Рост сидя не должен быть менее 80 сантиметров и не более 93 сантиметров. В связи с тем, что если рост будет либо ниже, либо выше, либо летчик не будет помещаться в кабине, не будет доставать до штурвала, до педалей, либо наоборот, они же одевают обмундирование летное. Одно из главных требований вуза для абитуриентов – хорошая успеваемость в учебе. Будущие летчики и инженеры должны дружить с математикой и физикой, обладать аналитическим складом ума, быть готовыми к строгому режиму и жесткой дисциплине. Абитуриенты этого года для поступления в наш военный институт приехали с хорошими показателями. Общий уровень практически по среднему аттестату, по баллам, среднему баллу аттестатов 4-4,5 баллов. Общий балл ЕНТ порядка 85-90. Выдерживают не все. Основная масса тех, которые поступают, остаются на выпуске порядка 85%. Имена счастливчиков, зачисленных в военный институт, будут оглашены 13 августа. Пройдут не все. В этом году конкурс составил 4 человека на место. В течение всего периода обучения курсанты будут находиться на полном государственном обеспечении и получать стипендии. Единственный в Средней Азии специализированный вуз был основан в июне 1974 года. За это время здесь подготовили более 1000 офицеров. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев, Актобе, Хабар 24.